Дорогие друзья, а также зрители нашего канала. Сегодня к нам пришла ужасная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. Нам сообщили, что всем известный российский певец и композитор Игорь Николаев находился в горной местности на отдыхе со своей семьей и своими друзьями. Сегодня они решили прокататься на лошадях верхом. И когда они поехали в горы, лошадь, на которой ехал верхом Игорь Николаев, начала прыгать и скинула с себя Игоря Николаева. Игорь Николаев упал в землю и сильно ударился головой. Родные пытались его поднять, но он кричал от боли. Лошадь, на которой сидел Игорь Николаев, пока не нашли. Она убежала. Скорую помощь горы вызвать не смогли, так как дорога там не для машины. Игоря Николаева привезли на лошадях в населенный пункт, где уже ждала скорая помощь. Он был госпитализирован в одной из больниц в тяжелом состоянии. Мы попытались поговорить с врачами и выяснить, в чем причина. Но врачи размахнули руками и сказали, что будем надеяться на лучшее. Ничего подробного сказать мы не можем. Только позже мы уже узнали, что у Игоря Николаева якобы сломан позвоночник. Друзья, давайте будем надеяться, что Игорь Николаев скоро выздоровеет и станет на ноги. А вы подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, в котором мы расскажем, в каком состоянии находится Игорь Николаев и где он сейчас. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.